Всем привет, друзья! К чему снится мужчина? Сновидение, в котором фигурировал незнакомый мужчина, обращает внимание на вашу личную жизнь. С высокой вероятностью вы устали от одиночества, запутались в своих чувствах, устали от непонимания с любимым человеком или станете зачинщиком громкой семейной ссоры. Сценарий, по которому будут разворачиваться будущие события, зависит от вашей терпимости и мудрости. Откажитесь от принятия сиюминутных легкомысленных решений. Они разрушат надежды, у которых еще был шанс сбыться. Если вам снится молодой, симпатичный мужчина, в реальной жизни вас ожидают тревоги. Старый, убеленный сединами мужчина предвещает долгую жизнь. Очень тучный, полный мужчина с большим животом к приятным событиям и ощущениям. Мужчина с бородой означает болезнь в семье. Мужчина в рубашке – знак несчастливого брака, в дорогом элегантном костюме будете в полной мере наслаждать всеми благами жизни. Некрасивый мужчина с отталкивающими чертами лица к разочарованию в возлюбленном. Хмурый мужчина в плохом настроении означает, что столкнетесь со многими препятствиями на пути осуществления задуманного. Жизнерадостный и общительный мужчина предвещает, что обретете известность благодаря достигнутым успехам. Агрессивный мужчина, грубо добивающийся интимной близости с вами, означает, что вам предстоят неприятные переживания из-за человека, которого вы считали своим другом. Видеть во сне мертвого мужчину к большим деньгам. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте посетить наш сайт sk1.online, где вы сможете найти более подробную интерпретацию всех снов и многое другое. Ссылка на сайт будет находиться в описании видео.